сорт томата Гаргамел. Вот такая вот необычайно красивая экзотика. Это средне-ранний сорт. Около 110 дней проходит до созревания плодов. Высота куста около 1,5 метров. Требует посынкования. Можно оставить тоже 3 стебля. И также требует подвязки к опоре. Томаты в виде сливки с необычайными разводами, оранжевыми и красными. У плодоножки у этого томата или синее, или почти черное пятно. Вот такие вот они необычно красивые, необычной расцветки. Плоды в виде сливки очень упругие, очень долго хранятся такие томаты. И сейчас взвесим один экземпляр покрупнее. Вот. Масса одного плода 78 грамм. Но куст усыпан такими красивыми плодами. Очень урожайный. Сорт этот устойчив к болезням. Выращивать его можно и в открытом грунте, и в теплицах. Разрежем этот плод. Сочный. Вот такой многокамерный, мясистый и в то же время сочный. Сладкий на вкус. Подходит для употребления в свежем виде. И также можно закатывать в банки. Будет очень красиво смотреться и вкусно.